Знаете, когда мы поехали в первые совместные гастроли, совершенно неожиданно для нас, это был 21 год назад, мы попали в Крым. Тогда Крым была еще совместная территория. И был конец октября где-то уже, и не то, что там отдыхающих, по-моему, даже аборигенов в Крыму уже не осталось, и было холодно. Нам представили удивительную женщину, Галину Ивановну, да? Елена Ивановна. Елена Ивановна, да. Елена Ивановна, она ходила по пляжу, там лежали одинокие пенсионеры, как тюлени, которые просто не могли подняться уже. С мегафоном. Она ходила с мегафоном и, знаете, так, подходила к спящему пенсионеру и в ухо ему, наставляя мегафон, говорила: «Сегодня!» Человек взглядывает, «Концерт Мещуки Сергея». Потом она заходила в столовую корпуса какого-нибудь, садилась у выхода, ноги на стул, и никто не мог перелезть через ноги Елены Ивановны, потому что она орала в микрофон, что «Сегодня концерт Мещуков Сергея». Никто не знал ни Мещуков, ни Сергеева, но все по 10 рублей и шли. Однажды она пришла к нам и сказала: «Ребята, большая удача творческая, концерт на птицефабрике». Говорим: «Елена Ивановна, а то, что она слушает, будет кури, гуси, там два пьяных скотника и директор птицефабрики, живущий с курицами». Она говорит: «Яйцами дадут». После концерта, действительно, для двух скотников, директора и трех курей, значит, мы такие понурые, значит, возвращались. Она, тяжело груженная этими коровками с яйцами, была счастлива до мига. Это была квинтэссенция нашей гастроли. Мы так развлекались вот таким образом. Ну и вот как-то сидя в кофебиле, в кафе, пьем кофеек, значит, дождик идет. Ну как-то нам надо себя взбодрить, понимаете? И тогда по слушаем радио, по радио, да. По радио как такой набор, там, Любе, Атаман, Есаул, Газманов, в общем, такая стилистика гражданской войны. Мы такие сидим, думаем. А время-то вы помните, какое было? Вот все ждали, начнется гражданская война или не начнется. На самом деле. Ну, скоро. Ну, да, вот как-то вот, да, тревожно было. И мы, сидя, значит, в этом кафе, решаем, что давайте вот мы какие-то песни такие напишем, может быть, на эту тему, еще на какие-то. И причем, не похожие, как я уже говорил, не похожие на то, что мы до того делали. Вот, и поэтому давайте, значит, не под своими фамилиями. Альбом выпустим не под своими фамилиями. Все скажут, да, странно скажут, кто это, она скажет, а вот это мы. Под фамилиями девичьих фамилий наших матерей. И получилось бы вообще точно смешно. Это вот так. Вадим и Валерий Кочаровские и Леонид Овсянко. Ну, что-то Леонид не захотел. Ну, нет, как-то что-то. И мы, в конце концов, таки написали песни и выпустили альбом, но уже под своими именами. Да, вот, и там был такой цикл, красно-белый цикл, вот как раз размышления на эту тему. Ну, 21 год назад, прежде всего, сами уйдите памятью туда, вспомните себя и послушайте две песни из этого красно-белого цикла. Первая песня называется «Крымский вальс». Да, вы знаете, когда несколько лет назад, ну, лет 10 уже, лет 10 назад, да, когда я видел передачу «Служу России», и как раз была посвящена разделу Черноморского флота. И вот на фоне этого раздела Черноморского флота звучит наша песня почему-то. Да. Хотя мы думали совершенно о другом. Но, оказывается, имеет и такой смысл, наверное. Да. Может, наверное, для редактора. Так, для... «Крымский вальс». Кто-то вернется судьбой, раненый в жарком бою, кто-то вернется живой, вместе с другими в строю, полный красивейших рек, к югу приходят теплей, не отмолите в воде. Смертное ржание коней, чей обрывается
нашей седок. Белая косы снег кружит над царским селом. Белая косы снег кружит над царским селом. Падает красный листок белую пену воды, чью-то седую тоску самый ветер унес. Тихо шуршит по песку нежная ненависть слез. Кто-то вернется сюда грузом больших якорей, чью-то седую тоску самый ветер унес. Тихо шуршит по песку нежная